Как сделать объемный бант из бумаги для коробки для подарка на Новый год? Делать такой бант очень легко. Нам понадобятся ножницы, клей ПВА, простой карандаш, прямоугольник зеленой бумаги 2,5 на 3 см. И продольная половинка от А4 красного цвета. Согните красную бумагу поперек пополам. Возьмите простой карандаш и начните рисовать контуры бантика. Сначала нам нужно поставить по одной отметке по боковым сторонам, которые разделят каждую боковую сторону пополам. Это поможет нам нарисовать заготовку для бантика красивее. Поставьте две отметки сбоку и нарисуйте две дуги сверху и снизу. Продолжайте рисовать эти дуги к правому краю. Теперь с правой стороны нарисуйте дугу, повторяя за мной. Очень похоже на клешню краба, верно? Вырезайте. У вас должна получиться такая заготовка для бантика. Раскройте ее. Возьмите зеленый прямоугольник и нарисуйте на нем круг. Обрежьте лишнее. У нас получилась центральная бусинка для бантика. Возьмите какую-то подстилку, чтобы не испачкать стол. Возьмите заготовку для банта и поместите ее так, чтобы нарисованные отметки карандашиком смотрели на вас. Возьмите клей и намажьте серединку. Приклейте хвостики к серединке. Снова намажьте клеем и приклейте остальные хвостики заготовки. Хорошенько прижмите пальчиком в центре, чтобы хвостики хорошо приклеились к центру заготовки. Возьмите зеленый круг и приклейте его в центр бантика. Хорошо зажмите в центре пальцами, чтобы круг-бусинка крепко приклеился. Теперь вы знаете, как легко и просто сделать красивый бант из бумаги для подарочной коробки своими руками. Теперь найдите какую-то подарочную коробку и приклейте на ее крышку этот бантик. И подписывайтесь на канал Оригами и не только, если еще не подписались. До встречи в новых видео!